не имеют права они сегодня даже ничью сыграть. Инсайда по сборной нет. Александр Филимонов, Красик, Россия! Со мной два олимпийских чемпиона, а тут еще и появился сын. Нет, я опровергаю. Ага, вот с Джики чуть-чуть толкались. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенько. Такие красивые фонари, такой красивый антураж. Он прекрасен! Валера разбирает! Верю в команду. Я привык в нее верить. Что ж, первый мяч в ворота мальтийских рыцарей мы уже забили, а совсем скоро там, внутри чаши, наши парни постараются сделать это еще не раз. А мы побежали разогреваться с болельщиками. Погнали! Россия! О! Много болельщиков, сегодня поддержка будет хорошая, поэтому не имеют права они сегодня даже ничью сыграть. Выиграть должны. Ноги не чешутся выйти? Что? Ноги не чешутся выйти? Знаешь, иногда хочется, да, но уже прошло то время. Роман Павличенко забил англичанам, забил голландцам. Как тебе кажется, его не хватает сейчас в сборной? Я думаю, да. Он бы пригодился, тем более за знамя он кладет покеры. А мы встретили знаменитого безмолвного гонщика команды G-Drive. Скажи, пожалуйста, ты болеешь за сборную России? Мы сегодня победим. А в Валерия Георгиевича верим? Спасибо большое за интервью. А скажи, пожалуйста, ты на каждый матч сборной ходишь? Ну, стараюсь, да. А с какого года болеешь? О, за Россию, что ли? Да. Как только Россия появилась, так-то с того года и болею. Кто у тебя любимый игрок? Дзюба, но его убрали. Ждешь его возвращения? Да. Ему один гол остался до звания лучшего бомбардира сборной, ты знаешь? Нет, не знал. Слушай, вот если он забьет гол и станет лучшим бомбардиром сборной, как отпразднуешь? Я куплю торт, сладости и буду праздновать один. Давай вместе зарядим вперед, Россия. На три. Раз, два, три. Вперед, Россия! Не, не синхронно, давай еще раз. Раз, два, три. Вперед, Россия! 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 Ну, как-то так. Чем ты сейчас занимаешься? Мы наносим принты на футболке. А какие пользуются популярностью? В основном все. Ну, молнии чаще всего встречаются. Понятно. Сделаешь мне одну? Один уже песок сыпется, так что давайте. Побольше ударов, поменьше привозов. Погнали, ну что, давайте. Да, одного мяча. Вот наши. И прежде футбол сейчас Александр Филимонов. Классик, футбол. Зарядом. Я начинаю, вы поддерживаете. Хорош. Начинает атаку Роман Терек. Оле! Это победа, парни, порадуйтесь на камеру, порадуйтесь. Дайте красиво. Ветераны должны сейчас сесть, я считаю. Сев, давай быстренько скажи, есть инсайды какие-то по сборной России? Быстренько, быстренько выдай нам, и мы побежим. Инсайда по сборной нет. Спасибо большое. В комментариях под последним видео с нашего репортажа спрашивают, ваш ли я сын. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? А, сын? А как вы хотите, чтобы я ответил? Да, так и будет. Я опровергаю. Спасибо, Виктор Михайлович. Просто сказали, что голос похож, хотя я не заметил. Голос похож, но я здесь ни при чем. Yeah.
Скажи, пожалуйста, как тебе первый гол Федя забил? Он прекрасен! Валера, Валера, понимает! Валера, как сказал Федя, Валера разбирается, да? Поэтому Федя у нас кэп, и поэтому Федя уже третье результативное действие во втором матче. Ребят, просто топ, вообще прекрасно, настроение супер. Чувствуешь драйв какой-то, вот эти вот эмоции? Да, я как раз, в принципе, за этим и пришел. То есть в Москве редко появляюсь, и вот, ну, получилась возможность как раз поддержать ребят. То есть я с ними также хорошо общаюсь, когда, получается, видимся. И вот, ну, смог приехать первый раз, кстати, на матч сборной. Да, поэтому... С дебютом поздравляю! Да, спасибо. Я слышал, что у тебя друг Пике. А, как ты думаешь, Дивеев когда выйдет на такой же уровень? Надеюсь, скоро. Ну да, с Жераром, ну, мы, как сказать, редко видимся, редко общаемся, но когда получается, то видимся. Скажи, пожалуйста, ни с кем из футболистов не удавалось побороться, там, какие-то приемы на них провести? Нет, никто не предлагал? Нет, никто не предлагал, вот с Джики чуть-чуть толкались. И как он, слабенький? В борьбе слабенький, да. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер он нормальный, ногами нормально бьет. Как вам игра, как антураж, как болельщики? Вот сейчас смотрите, какие красивые фонари зажигаются. Радует, что такие красивые фонари, такой красивый антураж вокруг футбола. Сколько очков мы наберем? Столько, сколько хватит для выхода в Катар. То есть мы все-таки выйдем, да, вы верите? Я верю, конечно. Атмосфера на трибуне, когда последний раз вообще был на футболе? На футболе я был последний раз, даже не помню когда, давно. На самом деле нам, конечно, немножко не повезло дойти до комедии положений, потому что если бы у нас был забит один мяч после ошибки вратаря, второй мяч автогол, который, к сожалению, смазала Мальта, и третий с пенальти, это было бы красиво, конечно. Я на самом деле верю в Карпина и верю в команду, потому что я привык в нее верить. Не самая яркая, но все-таки победа сборной России над Мальтой. Следующий матч наши парни проведут 8 октября в Казани против Словакии. До встречи на стадионе!